Хей-хей, здоров, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хеллплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня в очередной раз возвращаемся в великолепную игру под названием Undertale. Как вы помните, из предыдущей серии мы с вами до сих пор путешествуем по криповой лаборатории, где уже включили абсолютно все, что можно было включить. Поэтому сейчас мы проверим, запустилось ли то страшно выглядящее устройство, ну а потом пойдем проверим, открылись ли двери, и что находится за ними, мы узнаем буквально через парочку минут. Ну а перед этим мы с вами поднимем бокалы и выпьем за то, чтобы в нашей жизни абсолютно все включалось. Абсолютно это касается любого элемента вашей жизни, то есть даже интимного. Мужчины не дадут соврать, очень важно, чтобы все включалось. Не включается! Почему? Ладно, давайте, вручай! За включение! Ах, поехали, не будем о грустном! А, вперед! Вперед сразу проверять, что случилось с тем страшно выглядящим устройством! Вообще, как-то оно активировалось или что-то изменилось ли? Но, как вы видите, ничего, друзья. Да, абсолютно оно никак не изменилось. Тогда мы с вами пойдем обратно к тем загадочным дверям, которые мы с вами так долго разблокировали, и узнаем, что находится за ними. Наверняка что-то невероятное. Наверняка нам с чем-то придется столкнуться и, возможно, даже сражаться. Осталось совсем немножко, и я в полном предвкушении. Вот она, да. Вот она самая. Давайте здесь сохранимся. И вперед! Опа, это лифт, но тут здесь есть проход налево. Погодите, а лифт? Похоже, еще один лифт без питания. А, все, он без питания. Понятненько. Кажется, выключено. Кажется, выключено. Понятно. Так. Смотрите, какое интересное устройство. Похоже на пульт управления питанием лифта. Включить? Конечно. Офигеть, какая крепота! Он одновременно веселый и одновременно страшный. У него рот на каждой башке, еще рот посередине. Эй, остановитесь! А, это Альфис говорит. Я фигел словом! Немного еды, хорошо? Извини за это! Они становятся нахальными, если вовремя не поедят! В любом случае, питание отключилось, и я собираюсь включить его обратно! Но похоже, что ты был на шаг впереди меня! Это, наверное, причинило тебе неудобства! Но я ценю, что ты пришел сюда, чтобы помочь мне! И как я и говорила, я боялась, что могу не вернуться! Но не из-за этих парней или еще кого! Я боялась, что буду слишком напугана! Честно говоря, что могу убежать или повести тебя! Повести себя, как трусиха! Эх, я полагаю, я задолжала тебе объяснение. Как уже, наверное, знаешь, Аскар попросил меня изучить природу душ. В моих исследованиях я выделила силу с названием «решимость». Я ввела ее в умирающих монстров, чтобы их души остались после смерти, но эксперимент провалился. Видишь ли, в отличие от людей, тела монстров не имеют достаточно физической материи, чтобы взять эту концентрацию решимости. Их тела начали таять и терять все физическое, что имели. Очень скоро все из подобных субъектов слились воедино в тех. Увидев их такими, я знала, что не смогу рассказать их семьям об этом. Никому не смогу рассказать об этом. Кто бы и сколько бы ни просил. Я очень боялась продолжать работу, осознавая, что бы я ни делала, обращалась ужасающим провалом. Но сейчас... Сейчас я изменила свое мнение насчет всего этого. Я собираюсь рассказать каждому о том, что я сделала. Это будет тяжело. Быть честной, верить в себя. Я знаю, что еще придет время моих страданий. Я уверена, что снова обожаюсь. И не раз.
Но знай, что у меня есть друзья, на которых можно положиться. Я знаю, что мне будет намного легче постоять за себя. Спасибо тебе. Пошли, ребята! Настало время каждому пойти домой! Понятно, то есть она решила признаться, что случилось с их родными. И мне кажется, мягко говоря, родные их не узнают. Мне кажется, у родных бы был бы больше шанс, если бы узнать их, если бы их родственники сгорели в автомобиле даже. Но такими... Ладно, питание было включено. Хорошо, друзья, пойдемте теперь активировать лифт. Опа. Запись номер 8. Я выбрала кандидата. Пока я не говорила Асгару, потому что я хотела удивить его. В самом центре его сада есть кое-что особое. Самый первый золотой цветок, который вырос перед остальными. Цветок из внешнего мира. Он появился перед уходом королевы. Я подумала... Что случится, если уж у чего-то без души появится желание жить? Мы все понимаем, да, о ком речь ведь? Запись номер 18. Цветок пропал. Звонок. Это голос, который вы никогда до этого не слышали. Хел, ты тут? Прошло немало времени. Не так ли? Но ты неплохо справился. Благодаря тебе, все встало на свои места. Хел, скоро увидимся. Офигеть! Чё-то мне не нравится, когда я не спешу на встречу с этим чуваком. Или чувихой, кто это был? Дверь опутана лозами и не поддается. Понятненько. Стоп, я... Я опять пришел... Помните, да? Мы тут уже были, когда шли к Асгару. Хорошо, внезапненько. С кем же мы теперь должны увидеться там? Интересно. И даже немного пугающе. Ха, вот мы и в доме. Чего-нибудь изменилось? Угли все еще теплые. Фотоальбомы, альбомы для выреза, книги о заваривании чая. Но это мы все помним. Погодите, ничего не изменилось? Это мусорное ведро. Оно заполнено скомканными рецептами... Понятно, пирога, да. Это мы тоже знаем. Интересно, правильно ли мы идем? Может быть, нам надо было использовать тот лифт и пойти вниз? Да, вот мы тут скрыли подарки. Это мы помним. Это золотой цветок. Комната на ремонте. Все еще. Это трофей. Первое место в конкурсе «Ласковый нос». Да. Хорошо, здесь ничего абсолютно не изменилось. Пойдемте с вами дальше тогда. Может быть, как раз таки в саду нас будет кое-кто ждать. Потому что неспроста же нам показали запись. Вот эти две последние, где речь шла о цветке. Неужели мы сейчас там встретим Флауи? Как тихо на этот раз, да? Без музыкального сопровождения. Такая тихая... Напрягающая пауза. Как бы подготавливает игрока, возможно, к какому-то даже частичному шоку. Но ничего абсолютно не происходит. Правильно ли мы делаем, что идем сюда? Здесь мы тогда встретили Санса. И посмотрите, исчезла любая возможность сохранить игру, пока мы идем сюда. Все точки сохранения исчезли. Ничего, просто тишина. Тронный зал. Ну вот мы и пришли. Давайте посмотрим, вообще, действительно, изменилось ли что-нибудь хоть где-нибудь. Вот перед тем, как зайти в тронный зал, я опять зайду вот сюда, где стояли гробики. Нет, ничего. Ничего не изменилось.
Все то же самое. Ну что ж, друзья, сейчас мы войдем в тронный зал, и там наверняка нас будет что-то с вами поджидать. Вперед. Действительно. Асгар. Пум-пурум. Ох, там кто-то есть? Один момент. Я почти закончил поливать эти цветы. Вот так вот. Приветик. Чем могу? Ох. Мне так хочется сказать, не хочешь ли чашечку чая? Но ты знаешь, как это бывает. Чудесный сегодня денек, да? Птички поют, цветочки благоухают. Отличная погода для игры в догонялки. Ты знаешь, что мы должны делать? Когда ты будешь готов, пройди в следующую комнату. И вот очередная битва с королем. Да, и другой трон, ничего не изменилось. Как волнительно. Просто представь это как поход к зубному. Да, только здесь я буду терять зубы. Ага, вот сохранение. Ты готов? Если нет, я понимаю тебя. Я тоже не готов. Наконец-то сохранение и вперед, друзья. Мы готовы с вами. Мы готовы принять очередной бой, но уже на концовке пацифиста. Это барьер. Это то, что удерживает нас всех в ловушке под землей. Если у тебя случайно остались незаконченные дела, сейчас самое время их закончить. Продолжить? Да. Ясно. Значит, то время пришло. Готов? И вот бункер для нашей последней души. Странный свет заполняет комнату. Сумерки светятся сквозь барьер. Похоже, ваше путешествие наконец окончено. Вы переполнены решимостью. Человек, было приятно познакомиться с тобой. Прощай. Что? Что за жалкое создание мучит такое бедное, невинное дитя? Не бойся, дитя мое. Это я, Ториэль, твой друг и защитник. Сначала я думала, что смогу отправить тебя в это путешествие одного, но я не могла перестать беспокоиться о тебе. Твое путешествие, наверное, было очень непростым, и в конце концов тебе пришлось принять ужасное решение. Чтобы покинуть это место, тебе бы пришлось забрать чью-то жизнь. Тебе бы пришлось убить Асгара. Однако, я осознала, я не могу позволить этому случиться. Неправильно жертвовать кем-либо, чтобы просто покинуть подземелье. Не это ли я пыталась предотвратить все это время? Так что давай просто остановим эту битву. Каким бы ужасным Асгар не был, он тоже заслуживает милосердия. Тори, ты вернулась! Не называй меня Тори, Дримур! Ты жалок! Если бы ты действительно хотел освободить нас всех, ты бы мог пройти через барьер, когда у тебя была уже одна душа! Забрал бы 6 душ у людей, потом и вернулся и освободил бы всех мирно! Но вместо этого ты заставил всех жить в отчаянии! Ты предпочел смиренно ждать и надеяться, что ни один человек больше не появится! Тори! Ты права. Я жалкое существо. Но
Мы ведь сможем быть хотя бы друзьями. Нет, Асгар! Асгар человек! Никто ни с кем не будет драться! Все подружатся друг с другом, а иначе я... Привет, я Ториэль! Так ты друг человека? Приятно познакомиться! А, да! Приятно познакомиться! Эй, Асгар, это твоя бывшая? Черт возьми, держись, дружище! Хэй! Не деритесь! О, так ты еще один друг? Я Ториэль, привет! О, привет! Их двое? Эй, не деритесь друг с другом! Если кто-то будет драться, тогда мне придется попросить Андайна помощи! Привет! О, приветствую, ваше высочество! Псс! Эй, человек! Асгар что, побрился? И клонировал себя? Эй, ребята! Как вы тут? Этот голос! Привет, мне кажется, мы знаем друг друга! О, да, я тоже узнаю ваш голос! Я Ториэль! Очень приятно познакомиться! Я Санс! И да, взаимно! О, постой тогда! Это должно быть твой брат Папирус! Приветствую, Папирус! Приятно наконец познакомиться! Твой брат очень много рассказывал мне о тебе! Ваушки! Не могу поверить, что клон Асгара знает, кто я такой! Это лучший день в моей жизни! Эй, Папирус! Чем скелет покрывает крышу дома? Снегозащитным шифером? Нет, глупенький! Скелет покрывает крышу черепицей! Я изменил свое мнение! Это худший день в моей жизни! Эй, Асгар, все будет хорошо! В море еще полно рыбы! Да, Асгар! Андайн совершенно правильно сказала про рыбу! Иногда нужно просто прекратить добиваться пушистых главных монстров! И просто познакомиться с очень милой рыбой! Неловко! Это метафора! Что ж, довольно хорошая аналогия! Господи! Да поцелуйтесь вы уже или нет? Зрители хотят романтики! Эй, заткнись, боже, как же этот чувак не кстати! Да, Альфис! Альфис? Нет! Он прав! Давай сделаем этого! Чего? Что ж, наверное, если ты хочешь, не сдерживайся! О боже, нет! Подождите! Не перед человеком! Да что тут происходит вообще? Что здесь происходит вообще? Да, не перед человеком. Я даже почувствовал себя немного неловко, друзья, простите. Не перед человеком! Я такого не выдержу! О боже! Спасибо! М2! Извините, кажется, меня немного понесло! Дитя, я думаю, что тебе придется остаться тут на какое-то время. Но посмотри на всех тех, с кем ты подружился. Мне кажется, что здесь ты будешь счастлив. Я тут подумала! Папирус! Это ты ведь всех позвал сюда! Ну, кроме нее! В любом случае, если я добралась сюда впервые тебя, откуда ты знаешь, как связаться со всеми нами? Скажем, маленький цветок помог мне. Что, прости, Папирус? Маленький цветок? Охренеть! Их всех схватили! Вы идиоты! Пока вы, ребята, так мило здесь болтали! Я забрал человеческие души! И теперь не только они под моей властью, но и души твоих друзей тоже скоро станут моими! А знаешь, что самое замечательное?
Это все твоя вина! Это все потому, что ты заставил их полюбить тебя! Все то время, которое ты провел, выслушивай их! Подбадривай их, заботьтесь о них! Если бы не ты, их бы сейчас здесь не было! И теперь, при помощи их душ и душ людей, я обрету свою настоящую форму! Хи-хи-хи! А? Дайте я даже глотну, погодите! Аж в горле пересохло, обалдел я как, а? Зачем мне все это? Разве ты не понимаешь? Это ведь всего лишь игра! Если ты покинешь подземелье, ты пройдешь игру! Если ты выиграешь, ты больше не будешь со мной играть! И что тогда останется мне? Но игра между нами никогда не закончится! Победа будет совсем близко! Прямо перед твоим носом! Но я буду вырывать ее из твоих рук в последний момент! Снова и снова, и снова! Слушай! Если ты сразишь меня, я отдам тебе твою хорошую концовку! Я отпущу твоих друзей! Я разрушу барьер! Все! Наконец-то! Все наконец-то будут счастливы! Только этого не случится! Ты! Я удержу тебя здесь! Чего бы это ни стоило! Опять! Даже если мне придется убить тебя миллион раз! Охренеть, какой он сильный! Опа! Что? Не бойся, мое дитя! Неважно, что случится! Мы всегда будем рядом, чтобы защитить тебя! Верно, человек! Ты можешь победить! Просто делай то, что буду делать я! Верь в себя! Эй, человек! Раз ты смог одолеть меня, ты сможешь что угодно! Так что не беспокойся, мы с тобой до конца! А ты все, ты его еще не победил? Давай, этот чудак тебя даже не поцарапает! Технически победить его невозможно! Но почему-то я знаю, что ты сумеешь! Человек, ради будущего людей и монстров! Оставайся решительным! Смотрите, все монстры пришли, которых мы не трогали! Нет! Невероятно! Этого не должно было случиться! Вы! Я не могу поверить, что все вы настолько глупы. Все ваши души мои! Охренеть! Он их всех... Это же... Тот самый ребенок. Наконец-то! Я так устал быть цветком. Вот кто он был. Приветик, Хел. Ты здесь? Это я, твой лучший друг. Азриэль Дримур. И это конец. Блин. Надеяться. Вы держитесь за свою надежду. Вы снижаете урон, получаемый на этом ходу. Офигеть! Боже мой! Боже мой! Боже мой! Нет! Боже мой! Азриэль заряжает шоковый прерыватель! Мечтать! Вы думаете о том, почему вы здесь? Вы чувствуете, как пустота в вашем инвентаре становится меньше и меньше? Знаешь,
Меня больше не заботит уничтожение этого мира. Просто трэш. Последняя мечта, что она делает? Благодаря решимости, мечта сбылась. Ваши азы были восстановлены. Когда я повергну тебя и получу полный контроль над ходом времени, я хочу лишь перезапустить все. Охренеть, ребят, я сейчас в таком шоке, у меня такие переживания, и мне так жалко то, что происходит. Блин, я даже не могу уворачиваться нормально, пипец. Последняя мечта, мечта сбылась. Все, чего ты достиг, воспоминания каждого. Я обращу их обратно в ноль. Тогда мы сможем повторить все с самого начала. Насколько он переживает и хочет вернуть все обратно. Исправить те ошибки, которые случились и... Ой, блин. Ускоритель хаоса. Вещи. Действие. Мечтать. И знаешь, что самое лучшее во всем этом? Ты сделаешь это! Ухо! Пипец, я сдох. Вот это на самом деле окей. Но оно воссоединилось. Окей, оно воссоединилось. Мечта, кстати говоря, осталась у нас. Кстати говоря, смысла пощады нет. Наверное, надо уменьшать получаемый урон. Вот что надо делать, да. Надеяться. Сейчас, вы видите, новых диалогов не говорит, поскольку, видимо, мы должны держаться до момента, где мы последний раз закончили. Вы продолжаете надеяться, урон уменьшен. Бля, ну это трэш. Офигеть! Так, этого я не ожидал. Восстановили азы. А затем ты проиграешь мне снова. Просто пипец. Надеяться. Вы продолжаете надеяться. Урон уменьшен. И снова. Просто пипец. О, боже мой. Шоковый прерыватель 2 готовит он. Надеяться. Вы продолжаете надеяться. Урон уменьшен. И снова. Так, давайте полечимся. Мечта сбылась. Потому что ты хочешь счастливый конец. Просто пипец. А теперь кастует тесак хаоса. Мечтать. Вы думаете о том, почему вы здесь. Вы чувствуете, как пустота в вашем инвентаре становится меньше и меньше. Потому что ты любишь своих друзей. У меня их нет. Из-за этого мне в эту игру играть еще грустнее. Восстановили. Потому что ты никогда не сдаешься. Вот это был пипец. Просто жесть.
Разве это не восхитительно? Твоя решимость, сила, что позволила тебе зайти так далеко, она станет твоей гибелью. Так, у нас есть еще что-нибудь? Так, надо подлечиться обязательно. Кламбургер. А теперь хватит дурачиться! Пришло время очистить эту временную линию раз и навсегда! Что за... Какого... Что? Ого, он... Один ХП? Даже после этой атаки ты все еще стоишь у меня на пути? Вау! Ты действительно особенный, но не зазнавайся. До сих пор я использовал лишь часть моей настоящей силы. Силы, посмотрим, как хорошо твоя решимость справиться с этим. Я так понимаю, это был первый этап босса. Азриэль преграждает дорогу. Бороться. Так, а лечиться нам не надо? А... Я не могу больше ничего выбрать, друзья. Только бороться. А я не могу даже переключиться на вещи или пощаду. Тело не движется. Узри мою настоящую силу! А, ну это лол просто. Мы опять умерли. Хорошо, слава богу, мы остаемся на этом этапе босса. Почувствуй настоящую силу, с каждой смертью твоя связь с этим миром ослабевает. С каждой смертью твои друзья забывают о тебе все больше. Твоя жизнь закончится здесь, в мире, где никто тебя не помнит. Да... Тихо. Я не могу двигаться, просто пипец. Наступает конец света. Бороться, тело не движется. Но ты еще держишься? Ничего. Совсем скоро ты тоже все забудешь. Такой настрой хорошо послужит тебе в твоей следующей жизни. Это пипец! Тело не движется. Ха-ха-ха-ха! Еще жив? Давай! Покажи, как хороша твоя решимость теперь! Боже мой, я просто все ловлю! Не пошевелиться, ничего не произошло. Вы боретесь, ничего не произошло. Вы пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Вы снова пытаетесь добраться до сохранения, ничего не произошло. Похоже, сохранить игру действительно невозможно. Но, может, с этой, с той малой силой, что есть у вас, вы можете сохранить что-то другое? Сохранить? Боже мой! Нет! То есть кто-то должен погибнуть! Хорошо, давайте. Начнем с Анса. Вы воззвали к душе Азриэля и, окликнули своих друзей. Они где-то внутри, ведь так? В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянные души появились. Я должен поймать тело человека! Так, я пытался его ударить, наверное, я зря это сделал, да? Так, стоп. Значит, действие, вторая. Передохнуть, осудить, пошутить. Вы рассказывали о потерянной душе неудачный каламбур про скелета. Похоже, ему нравится. А вот другая душа, кажется, ненавидит эту шутку. Затем каждый будет! Затем пробовать! Я случайно его, кстати говоря, хотел ударить тогда. Я забыл, что была битва выбрана по умолчанию. Вы рассказали потерянной душе неудачный каламбур. Похоже, ему нравится. А вот другая душа... Ты их никогда не увидишь снова! Так, еще раз пошутить?
Внезапно их воспоминания возвращаются. Видя, как мило вы вели себя с его братом, другая душа тоже вспоминает. Нет, стой, друг мой! Я бы никогда тебя не схватил! Не, я за тебя, малой! Отлично! Мы двух спасли, получается! Вы чувствуете слабые колебания внутри Азриэля. Спасен! Теперь давайте... Не знаю, Альфис? В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянная душа появилась. Так, я не могу... А вот все, действие, потерянная душа. А, наверное, звонок, она любит болтать. Вы звоните душе по телефону, она начинает потеть. Она не знает почему, но это все кажется ей очень знакомым. Ты ненавидишь меня, да? Боже, какая прекрасная игра. Офигеть, вы что, охренели так атаковать меня? Здесь стоит потерянная душа. Звонок. Вы звоните душе по телефону, она начинает потеть. Она не знает почему, но это все кажется ей очень знакомым. Буду лгать и дальше! А, я же могу... Стоп, я не могу... Почему он не атакует? Это было странно. Я совсем забыл, что я могу атаковать, но здесь я не мог атаковать. Так, я восстановил ХП. Я только раню людей! Я... Да, не атакует! Не знаю, я не понимаю, в чем... О, наконец-то! Боже мой! Я не знаю, что был за баг. Ребят, я жал и не атаковал. Здесь стоит потерянная душа. Потерянная душа... Звонок. Вы звоните душе по телефону, она начинает потеть. Внезапно вся память возвращается. Нет, это не так! Я нравлюсь своим друзьям, а ты нравишься мне! Вы чувствуете, как Азриэль колеблется. Андайн, в глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянная душа появилась. Так, стоп. Действие. А, улыбнуться, рецепт. Вы попросили потерянную душу научить вас готовить. Она не знает почему, но ей хочется научить вас. Все людишки должны сдохнуть! Так, действие. Рецепт. Вы попросили потерянную душу научить вас готовить. Она не знает почему, но ей хочется научить вас. Ты наш настоящий враг! Еще разочек. Мы попросили научить готовить, внезапно вся память возвращается. Что ж, думаю, некоторые люди ничего такие. Вы чувствуете сильные колебания в Азриэле. Ну что ж, теперь давайте Ториэль. В глубине души Азриэля что-то отозвалось. Потерянные души появились. Давайте с первой начнем. Пощадить. Вы отказываетесь сражаться с потерянной душой. Что-то из этого так знакомо ей. Это ради твоего блага, прости меня за это. Блин, боже мой. Пощади, вы отказываетесь сражаться. Никто не уйдет снова. Это мой долг. Пощадить. Что-то из этого так знакомо ей. Пощадить. Вы отказываетесь сражаться с потерянной душой. Возможно, ее воспоминания возвращаются, видя, что она вспомнила вас. Мужская потерянная душа тоже пытается вспомнить. Твоя судьба зависит только от тебя. Ты наше будущее. Вы чувствуете, как души ваших друзей бьются внутри Азриэля. Сохранить кто-то еще. Но это, судя по всему, его душа. Несмотря на то, что ваши друзья вас вспомнили, что-то еще стало колебаться внутри души. Сильнее и сильнее. Кажется, там осталась еще одна душа, которую нужно спасти. Но чья она? Внезапно вы понимаете. Вы тянетесь и выкрикиваете его имя.
А что ты делаешь? Блин, пипец. Очень грустно. Сейчас я даже продолжить не могу, погодите. Все резко встало на свои места. Вы чувствуете, как души ваших друзей бьются внутри Азриэля? Сохраните Азриэль Дримур. Что ты сделал? Что это за чувство? Что случилось со мной? Нет, нет, мне никто не нужен! Вы съели гламбургер, ваши азы были восстановлены. Прекрати, отстань от меня! Ты меня слышишь? Я порву тебя на части! Его атаки слабеют. Сохранить. Хелл, ты знаешь, зачем я делаю это? Зачем я продолжаю драться, не давая тебе уйти? Бля, пипец. Сука, это так печально, прям нереально. Ой, бля. Я делаю это, потому что ты особенный, Хелл. Бля, просто пипец! Просто пипец. Ай, бля. Здесь разработчик дал назвать персонажа любым именем по многим причинам. Ты единственный, кто понимает меня. Ты единственный, с кем все еще весело играть. Нет. Это не только потому, поэтому. Я делаю это потому, что я забочусь о тебе. Да блять. Чё-то хз нахлынул вот так, хз. Все, наверное, нормально проходят, блядь, игру.
Я забочусь о тебе сильнее, чем кто-либо еще. Я не хочу, чтобы это кончалось. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я не готов опять попрощаться с таким, как ты. Поэтому прошу, перестань это делать. И просто дай мне победить. Прекрати. Прекрати сейчас же. Хел. Мне так одиноко, Хел. Мне так страшно, Хел. Хел, я... Мне... Мне так жаль. Я всегда был плаксой, так ведь, Хел? Я знаю. Ты на самом деле не Хел, да? Хел исчез давным-давно. Так как тебя зовут? Фриск? Это красивое имя? Фриск. Я не чувствовал себя так уже давно. Как цветок я был лишен души. Я потерял возможность любить. Однако, души каждого внутри меня вернули мне не только мое сострадание. Я также ощутил чувство других монстров. Они так сильно заботятся друг о друге. И они заботятся и о тебе тоже, Фриск. Жаль, я не могу описать, что все чувствуют к тебе. Папирус, Сан, Сандайн, Альфис, Ториэль. Монстры странные. Несмотря на то, что они едва знакомы с тобой. Похоже, они тебя действительно любят. Фриск, я пойму, если ты не простишь меня. Я пойму твою ненависть ко мне. Я повел себя так равнодушно и ужасно. Я причинил тебе зло. Я причинил зло стольким людям. Друзьям, семье, случайным прохожим. Мне нет прощения за мои поступки. Что? Ну же, Фриск! Ты снова заставляешь меня плакать. Кроме того, даже если ты простишь меня, я не могу держать все эти души внутри меня. Наименьшее, что я могу сделать, это вернуть их. Но сначала есть кое-что, что я должен сделать. Прямо сейчас я чувствую, как сердца каждого бьются в унисон. И все они горят одним и тем же желанием. Силами каждого с их решимостью настало то время, когда монстры освободятся. Барьер был уничтожен. Фриск, мне надо идти. Без силы душ каждого. Я не смогу поддерживать эту форму. Совсем скоро. Я превращусь обратно в цветок. Я перестану быть собой. Я перестану чувствовать любовь. Так что, Фриск,
Лучше просто забудь обо мне, хорошо? Просто будь с теми людьми, которые будут любить тебя. Утешить его. Я не хочу отпускать. Фриск, у тебя все получится, ок? Не важно, что ты будешь делать. Все будут поддерживать тебя, окей? Что ж. Мое время подходит к концу, прощай. Кстати, Фриск, позаботься о маме с папой ради меня, хорошо? Фриск, все это лишь дурной сон. Пожалуйста, проснись. Ох, ты проснулся, слава богу. Ну мы так переживали. Кажется, будто ты был в отключке вечность. Ага, еще немного, и я бы сошла с ума. В следующий раз предупреждай, когда решишь прилечь, окей? О да, ты заставил папируса реветь как ребенка. Что? Я не плакал, я не плачу, мне просто что-то в глаз попало. И что же это? Слезы. Тише, тише. Самое главное то, что с Фриском все в порядке. Вот, Фриск, не выпьешь ли немного чаю? Тебе станет намного легче. Может сначала пусть придет в себя? Должно быть, он устал. Правда? Не уверена от чего. Фриск, мы не помним, что именно произошло. Здесь был цветок, а затем все стало белым. Ну а сейчас барьер исчез. Когда ты будешь готов, мы все вернемся на поверхность. Видимо, западная дверь теперь ведет туда. Но прежде, возможно, ты захочешь прогуляться. Ты можешь попрощаться с каждым из своих чудесных друзей. Делай, что пожелаешь. Мы все будем ждать тебя здесь. Привет, Фриск. Альфис улучшила мой телефон. Я сейчас развлекаюсь с функцией чата. Санс, зацени-ка эту. Блин, Тори, это жестко. Это жестоко. Не могу поверить, что королева вернулась, и в то, что она такая дурашка. Вы двое находитесь в метре друг от друга. Зачем вы чатитесь? Не волнуйся, Папирус, мы чатимся по уважительной причине. Это по какой? Ну, просто мы дурашки. Санс, прошу, не говори так. Ты не дурашка. Скорее, ты черепашка. Вау, эти шутки кажутся еще менее смешными, когда исходят от нее. Боже мой. Тогда почему ты улыбаешься? Это улыбка сочувствия. Эй, Фриск, что за кислое выражение лица? Санс, я рассказывала, как Фриск флиртовал со мной. А потом, я помню это. А потом спросил, можно ли называть меня мамой. О боже, да, я помню это. Ничего себе! Ого, Фриск, это открывает новые горизонты в нашей дружбе. Нет, я ни с кем никаких горизонтов открывать не хотел. Эй, Тори, ты знаешь еще какие-нибудь смущающие истории? Ах, еще бы. Но, по-моему, эта история самая невероятная. Тяжело представить, что кому-нибудь захотелось флиртовать со мной. Эх! Ой, Ториэль, ты не представляешь! Итак, Асгар, можешь сделать меня членом королевской стражи? Ну, Папирус, теперь, когда война окончена,
Нам больше не нужна королевская стража. Что? Тогда в чем был смысл поисков человека? Он прошел весь этот путь, а я все еще не член королевской стражи. По правде, это худший конец из возможных. Что ж, Альфис, чем ты хочешь заняться теперь, когда мы уже свободны? Теперь у нас есть целый мир для исследования. Ну, разумеется, я выйду на улицу и... Нет, я не стану врать! Я останусь здесь и буду смотреть аниме, как последняя неудачница! Вот это настрой! Итак, праздник в честь того, что мы лузеры! Я Папирус прав! Мое поражение! Фриску — это лучшее, что когда-либо со мной случалось! Я рада, что мы... Что такое, Асгар? А что такое? Аниме! О, мой бог! Фриск, пожалуйста! Помоги объяснить Асгару, что такое аниме! Видите ли, это что-то вроде мультфильма, но... С мечтами и с пушками! С мечами! С пушками! С мечами и с пушками! С мечами! Это как мультик, но с мечами! Божечки! Звучит любопытно! Где оно? Где я могу увидеть аниме? Погодите, я вам... Думаю, у меня есть на телефоне! Вот, гляньте, вот это! Ой, это... Это не твой! Неважно! Божечки! Эти два робота! Что? Целовались? Да уж, до чего технология дошла? Не так ли? Ага, действительно! Фриск! Скажи мне, как думаешь, Асгар и Ториэль когда-нибудь вновь сойдутся? Мне кажется, да. Да, и я на это тоже надеюсь. Только представь, как мило бы они смотрелись вместе. Для меня это быстро станет отношениями всех времен номер один. Тори и Гори, мой бывший начальник и его бывшая жена. Внезапно это звучит не так уж круто. Как делишки, Фриск? Прости, что почти попытался забрать твою душу. Я очень плохо себя чувствую из-за этого. Надеюсь, мы можем остаться друзьями. Эй, не волнуйся за это, Асгар. По-моему, каждый пытался убить Фриска, по крайней мере, хоть раз. О, понятно. В таком случае, мне не жаль, Фриск. Асгар, я не это имела в виду! Фриск, я только понял! Поскольку мы больше не сражаемся друг с другом, я наконец смогу тебя спросить. Не желаешь ли чашечку чая? Да? Ох, хорошо. Хотя, тот чай уже холодный. Так что тебе не следует его пить. Но я так рад, что ты согласился. Как только у меня будет возможность, я тебе его сделаю обязательно. И потом мы станем хорошими друзьями. О, Фриск, если ты не сильно занят. В хорошие дни ты должен прогуляться по округе и приятно провести время. Это важно. А, все, это весь диалог. У них у всех по несколько, давайте. Хотя я, возможно, не буду писать фанфики про существующих лиц! Я имею в виду, разве настоящая жизнь — это не лучший в мире фанфик? Ох, не говори никому, что я это сказала! Потому что я собираюсь запостить это в сеть! Я очень возбуждена тем, что смогу воспользоваться людским интернетом! Ставлю на то, что у них есть все, что Антай и я могли бы посмотреть! О, да! У нас появится возможность смотреть аниме онлайн! Конечно, онлайн! Ради чего, по-твоему, мы так долго боролись? Да, что ты? Упс. Несчастье, я знал, что ты сделаешь эту шутку! Погоди, Альфис, я не знал, что ты знаешь Санса. Ну, я... А разве все не знают? Кто, черт возьми, такой Санс? Кто, блин, такой Санс? Ториэль!
Эй, Фриск, почему бы тебе не пойти и не встретиться с Метатроном? Он тоже был здесь недолго. Но он сказал, что ему нужно куда-то идти. О, отлично, мы его навестим. Эй, Альфис! Альфис! Как думаешь, потом мы построим что-нибудь с драками? Ой, а потом что-нибудь с принцессами? Или с дерущимися принцессами? Я постараюсь найти что-то в этом духе, Андвайн! Ура! Эй, Фриск, может, сходишь повидать нам Стаблука? Ох, и передай ему от меня привет. Так, они нас все отправляют куда-то. Видимо, ты реально запорол свой квест, Фриск. Но я, великий Папирус, всегда буду твоим другом. Неважно, как сильно ты пытаешься от него избавиться. Эй, это правда. Фриск, почему тебе не прогуляться вокруг? Фриск, почему ты не летаешь? Так же быстрее. Да, Фриск, почему ты не летаешь? А, полет звучит немного опасно. Но он не умеет летать! Не с таким отношением. Фриск, сходи на прогулку. Прогулки полезны для твоих костей. Все понятно. Извиняй, у меня нет времени, чтобы поговорить. Фриск, я должен сейчас работать. Но ты не работаешь. Я знаю, и я очень сосредоточен на этом. А, ну все, он вообще не говорит. Понятно. Фриск, не думай, что о тебе забыли. Я тоже писала тебе сообщение. У тебя еще остался мой номер после всего этого, разве нет? Фриск, как насчет небольшой прогулки, пока мы не ушли? Увидев, сколько хороших друзей ты обрел здесь, я почти уверена, что на самом деле друзей у тебя побольше. В общем, они все намекают на то, что надо прогуляться перед тем, как покинуть этот мир. А, ну, давайте с вами звякнем. Ну-ка, звякнем, давайте, да. Номер Тори. Вам пришло сообщение от Тори. Дорогой Фриск, Санс и Альфис учат меня писать сообщения. Я многому научилась, например. Ты знаешь, что есть смайлы? Пожалуйста, взгляни. Теперь наклони голову влево. Это картинка меня улыбающегося тебе. Видишь? Лол! Это означает много смеха. С уважением, Ториэль. Пока что все. Может, в следующей комнате ты получишь еще сообщение? Ну-ка. Больше не присылает. Нет ответа. Наверное, их телефон сел. А, ну и все. Что ж, пойдемте. Давайте сохранимся. Ну и, друзья, в общем, я не буду показывать вам весь путь. Мы будем останавливаться только на интересных местах, где я кого-нибудь встречу и буду с ним говорить, чтобы вы не пропустили никаких изменений. В общем, ждите. И вот первое небольшое изменение. Когда я решил пройтись снова к этим гробикам, я заметил следующий текст при взаимодействии с ним. Гроб пуст. Вы не заметили сразу, но тут что-то вроде бинтов мумии на дне. Вот такие изменения. Поехали дальше. Теперь, например, когда мы говорим с этой рукой, которая раньше предлагала нам номер, она нам сообщает, что сожалеем, сейчас мы не принимаем новых гостей и больше не будем. Также вот этот вот паренек в кафешке вот этого отеля, который закрывается, теперь нам говорит следующее. Ох, мы все свободны. Ох, полагаю, я могу перестать лизать этот фикус, но я не хочу выглядеть растерянным, так что я продолжу. Давайте посмотрим, что скажут нам остальные. Мир на поверхности, неужели? Надеюсь, теперь я смогу сделать шаг и не вляпаться в головоломку. Что ж, раз мы уходим, моя работа больше... Эх, меня ведь только повысили, ладно? В каждой бочке меда есть ложка раскаленной лавы. Буль-буль, теперь мы можем жить без брони. Простите, отель прекращает свою работу. Но, думаю, вам все равно будет приятно через него пройти. А вот эти ребята ничего нового не говорят, я уже проверил. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, изменилось ли что-нибудь. Вот, смотрите, свобода, свобода, будущее. Так мы свободны, да? Метатон рассказывал нам многое. Затем он сказал мне, не думайте, что это означает, что вы уйдете с работы раньше. Ах, мой босс, обожаю этого парня. И я имею в виду, что я его ненавижу так сильно. Так, мы теперь свободны, это значит... Стоп. А, это значит, что мое двойное свидание отменено?
Понимаю, что было... Понимаю, это было далеко не свидание. Есть способ, малыш, лги себе все время, ты почувствуешь себя лучше. Не говори никому об этом, малыш, потому что они будут смеяться надо мной. Но я, мне кажется, что я сыграл роль в их освобождении каким-то образом. Даже если этой ролью была работа в этом дурном месте, мне кажется, будто я сделал что-то. Не знаю, так ли это, но я все равно верю. Будущее. Приятель, снаружи нас ждет абсолютно новый мир. Уверен, с моим навыками я без проблем стану знаменитой кинозвездой. Или, вероятно, кончу тем, что опять буду жарить бургеры. Но, как я говорю, единственный путь наверх, то в этом случае буквально. Понятно. В общем, вот такой диалог. Хорошо. Давайте теперь пойдемте и заглянем к Бретти и Кэти. Посмотрим, что изменилось у них. Ну-ка, в записке ничего нового. Эй, следуйте... А, понятно. Зловещий закоулок. Ну-ка. Давайте поговорим с ними. Свобода. Так что, мы типа все еще... Все вообще теперь свободны, а? Да, типа вообще свободны. Типа крутяк, да, типа круто. Типа тысячелетия в заточении наконец закончились. Типа это довольно клево, наверное. Так, я человек. О, серьезно? Но когда мы сказали, что мы так сильно хотим уничтожить человечество, мы просто типа шутили, понимаешь нас? Мы так сказали? Наверное. Это типа фактически наш лозунг, правда? Я думаю, что наш лозунг был... Бреттиняшка, Кэти симпатяшка. А, нет. Мы типа буквально никогда такого не говорили. А, давай теперь так говорить, давай. Понятно, будущее. А, теперь мы будем свободны. Мы наконец наполним нашу мечту и заведем котика. Выполним, вернее, или не знаю. Это типа твоя мечта, Кэти, но Бретти. А, я не хочу мечту, если в ней нет тебя. О, Кэти, и в моей мечте. В мечте ты убираешь за котом. Кэти. Забавно, вы любите кошечек? Я, ага. Люблю кошечек. Я, ага, я люблю кошечек. Они типа такая вкусняшка, они типа такие милашки. Бретти, фу! Да я же шуткую. Типа того. В любом случае, когда ты последний раз видела здесь кота? О, как раз на днях. Видела поблизости такого милого беленького котика. У него был типа такой бестолковый вид. Я гладила его битый час. Кэти, что, Бретти? Мне кажется, это был типа пес. Собаки это просто большие коты. Боже мой. Хорошо. Типа еще увидимся, да. Будем на это надеяться. Что мы еще увидимся. А тут у нас ничего. Самая обычная стена. Хорошо, друзья, я пойду дальше и остановлюсь, когда увижу что-то интересное. Я в восторге от того, что смогу продавать доброженные на поверхности, если все люди такие, как ты, полагаю, доброженные будет крайне популярны. Андаэн сказала нам, что королевская стража была распущена, типа облом. Видимо, придется нам привыкать к любви и миру. Он выглядит счастливым. Понятно. Эй, помнишь мое имя? Помнишь? Да. Чего ты запомнил? Как я мог быть так легко побежден? Посмотрите, он изменился. Что, ты хочешь реванш? Все, больше ничего. Забавно. Ох, свобода. Странное ощущение. Я знал, что ты сделаешь это. Почему, пушистик? Ладно, теперь я вспомнил. Это была ежемесячная речь в замке королева рассказывала о тогдашних событиях. После этого она стала передавать микрофон королю, однако она не знала, что микрофон в ее руках был все еще включен, когда она сказала: «Теперь ты пушистик». Зрители разразились смехом. Осознав сказанное, она тоже начала смеяться. Через некоторое время король поднял руку, толпа замолкла. Он наклонился к микрофону с суровым лицом. Дорогие граждане, спасибо, что все вы собрались здесь сегодня. Я король Пушистик. Его дальнейшая речь вошла в историю. Асгар козел? А козел? Вообще-то это напомнило мне, как Ториэль однажды носила муму в цветочек. Народ ей говорил: шикарная муму. Она посчитала, что все называют ее коровой. Поэтому она больше его не надевала. Похоже,
Можешь повторить вопрос? Ох да, Асгар. Он представитель очень интересного типа монстров, сильнейшего из всех нас. Мы называем их монстрами-боссами. Когда у них появляется потомство, сила души родителей передается ребенку. Поэтому дитя растет, а родитель стареет. Но у Асгара нет детей, поэтому он застрял в одном возрасте, вероятно, навсегда. А что, если ребенок человек? Чего? Не сработает. Тогда, если Асгар твой отец, он точно тебя переживет. Асгар и Ториэль. Ох, да, конечно, Ториэль была королевой, а Асгар королем. Это была трагедия, когда она ушла. Ведь все знали, что фактически правила страной именно она. Но также это была капелька, совсем капелька облегчения. Понимаешь, эту парочку было невозможно терпеть. Такие милахи, всюду обнимались, носами терлись, смущали детей. Они были настолько милыми, что меня тошнило. Слава богу, эти дни позади. Андайн. Андайн, она всегда высоко метила, даже когда была еще совсем колючкой. Колючкой? Когда-то я и сам был героем. Герсон, молот правосудия. Когда она была моложе, Андайн всюду следовала за мной. Смотрела, как я поучаю негодяев. Иногда даже пыталась помочь, хотя большинство из тех, на кого она нападала, были не негодяи. Это были почтальоны и все в таком духе. Так или иначе, я ценил это. Вот так вот. Вот такие изменения, друзья. В этом магазинчике. Вахтем слышала новости очень хорошие. Вахтем слышал новости очень хорошие. Тем могут выходить на свободу. Отрадный факт, не правда ли? Если Тем окажется на поверхности, то они увидят много милых людей. Все хотят на свободу, но Тем не уйдет, Тем смотрит за яйцом. У Тем будет счастливая семья. Оно сварено вкрутую до сих пор. Танец гриба, значит что угодно. Значит, жизнь свою живу я беззаботно, в правительстве говорят, что меня хотят перетащить на поверхность. Почему ты не рад моему танцу? Это даже немного обидно. Она ждет, пока кто-нибудь ее выпустит. Привки. Давайте говорить. Сказать привет. Прив, я Тэмми. Броня это... Но... Не буду сложными. Окей. В общем, ничего она нового не говорит абсолютно. То есть, вообще, все то же самое. Здесь даже ничего не изменилось. Да, я зашел к Тэм, думаю, что чего-то изменится, но на самом деле ничего не поменялось. То есть Тем у нас практически неизменный, кроме вот этих вот ребят. Что ж, побежали дальше смотреть, что нам еще могут чего-нибудь новенького сказать другие ребята. Что, Андайн передает привет? Тогда передай ей, что я сказал. Что-то клевое. Человек, я никогда не забуду, как ты меня поддержал. Когда я делал вид, что сплю, никто никогда не вкладывал столько веры в мой притворный сон. И мне неловко, но... Как тебя зовут? Похоже, что все уже знают, кроме меня. Похоже, я много чего упускаю в последнее время. Я просто сидел дома, слушал мелодии. Затем за моим окном была вспышка света. Я увидел, что улитки с фермы исчезли. Затем я услышал стук в дверь. Вспышка света хотела войти внутрь. Я задернул шторы. Теперь все знают твое имя за исключением меня. Фриск. Ок, я этого не забуду. Твое имя? Фриск. Я не забыл. Потому что выплакал буквы в свою руку. О нет, символы в моей руке соединяются воедино. О нет, я потеряю твое имя. О нет, я пытаюсь наплакать больше слез в свою руку. О нет, слезы слились в большую кучу. О нет, твое имя становится очень длинным. Все, да, и то же самое. Окей, а что у него дома? Ничего. Вот ты где, Фриск, дорогуша. Полюбуйся, доктор Альфи завершила мое чудесное новое тело. О, ты слышал? Барьер открыт. Жду не дождусь, когда смогу увидеть солнце. Величайший софит из всех. Ах да, наверное, я также должен поблагодарить тебя и тебя, дорогуша. До сражения с тобой я забыл как-то весело выступать вместе с кем-то. Так что я искал горячие таланты, чтобы собрать мою новую труппу. Пока что Смурена согласилась стать моим бэк-вокалистом. Набстаблок будет моим звукооператором. Мы трое выступаем вместе. Давно пора, не так ли?
Фриск, дорогуша, ты можешь мне кое с чем помочь? Какой, по-твоему, мерчендайз люди захотели бы приобрести? У меня уже есть пара идей. Значки с моим лицом, наклейки с моим лицом, компакт-диски с лицом, постеры с моим лицом, футболки с моим лицом, нижнее белье с лицом и плюшевые игрушки Ториэль. Но, как ты уже догадался, с моим лицом вместо нее. Так что ты думаешь? Вы не можете ответить да или нет. Невероятно, я полностью согласен. О, Фриск, почему бы тебе не пойти и не узнать, как там Альфис? После вспышки света она усердно трудится, чтобы привести все в норму. Самое время. Так, понятно, мы с ней говорили уже. Да, здесь ничего, пойдемте заглянем вот сюда, изменилось ли тут что-нибудь? Итак, ты помог нам всем обрести свободу, кажется, я и впрямь вел себя как болван. А, и все, и соответственно здесь... Похоже, теперь здесь живет только огонь. Да, друзья, ну что ж, пойдемте дальше. Теперь мы можем пойти и увидеть настоящие звезды, но я все еще не знаю, что же это такое. 3 монеты за переправу. Да, запрыгивай. Сейчас будем кататься на этой штуке. Спасибо за это, что походили по моему лицу. Вот 3 монеты. Вы получили 3 монеты. Он нам заплатил за то, что мы... За то, что мы походили по его лицу. Классно иметь дрожащего аморфного родственника. Они постоянно двигаются, так что я могу их видеть все время. Всех наших родителей объединило в одно кошмарное существо. Хотя это нормально. Это действительно объединило нашу семью. А у этого так ничего не изменилось. То же самое. Раз наши родители теперь единое целое, значит ли это, что я женат на своей сестре? Погодите, мы же собаки. У нас это в порядке вещей. Ужасно. Добро пожаловать в библиотеку. Мы работаем в последний день, так что можете шуметь сколько хотите. Величайшая борьба моей жизни завершена. Я только что решил сегодняшнюю словесную головоломку. Ух ты, так много новостей сегодня, я даже не знаю, с чего начать. Как насчет такого заголовка? Монстры освобождаются от подземелья. Не, недостаточно броско. Как насчет топ-10 монстров, освобождений которых из подземелья вы не поверите? Это будет последний выпуск нашей газеты. Почему мы просто не можем напечатать огромное конец на заглавной и закончить на этом? Было бы, кстати говоря, круто. Давайте теперь сюда за... А, давайте вот с ним поговорим. Ох, мы свободны. Наконец я смогу перестать улыбаться. Видимо, мне не придется больше переживать за подколы. Я тут собираюсь пошутить, но у меня нет шутки. Похоже, настало время совершенно нового мира без границ. Ха-ха, это дух приключений, я будто снова ребенок. А мои дети так как вдвойне дети. Что? Когда люди играют монстров и людей, они это называют просто люди и люди? Теперь мы можем играть монстров и людей с настоящими людьми. Ах, что за чудесный стук? Может, если я не буду отвечать, я услышу его снова? Да, это мы уже с вами слышали. Опа, собака это, или волк. Ледяной волк больше не должен бросать лед. Ледяной волк теперь может взять перерыв, чтобы купить какие-нибудь штаны. Наконец-то! Наконец-то купит все штаны. Что там есть еще? Давайте Грилби зайдем. Совсем скоро я смогу попробовать человеческую еду, а затем я, пожалуй, попробую принять человеческую ванну. Интересно, а в верхнем мире есть горячие парни? Мне надо выпить. У, я уже готова. Эй, народ больше не приезжает в город, видимо, наша культура не будет стерта. За исключением того, что теперь отсюда уезжаем мы. Ах, ну, думаю, все не может быть таким, панко-персиковым. Да, панко-персиковым и крема-панковым. Окей. Молодец. Вау, целый новый мир, можно больше не переводить Грилби. Пустяки, ведь я все равно просто выдумывал все, что он говорит. В конце концов, я так и не подцепил сегодня ни одной девчонки. Так что, малыш, поверь мне, не пытайся поймать симпатичного человека на удочку. Откуда-то послышался унылый смешок. Он наконец-то выиграл игру в покер против самого себя? Окей, мы за него рады.
Я слышал, доктор Альфис рассказывала королю с королевой о тех ужасах, что натворила. Королю было так жаль, что он не знал, он крепко ее обнял. Затем королева ее уволила. Больше у нас нет королевского ученого. И вот это политика. Йоу, как жизнь? Я тут, короче, немного подумал, может, Андайн не такая уж и крутая, как мы думали, она просто немного грубая. Но, йоу, я знаю один способ, как стать намного круче. Не, понятно. Теперь он фанат папируса. Было бы здорово познакомить людей с нашей традицией, наверное, она им покажется странной. У нас такая же. Тот паренек сказал, что иметь ручного кролика весьма странно. Во-первых, в этом нет ничего странного, это мило. Во-вторых, и что? Что такого особенного в прогулке с младшим братом на поводке? как кого-нибудь еще бесят эти неуклюжие амальгамы? Или какой он злой, а? Какой он злой? Что в отеле? Здравствуйте, простите, нет времени на сон. Гостиница закрывается, потому что мы все уйдем на поверхность. Мама говорит, что теперь мы можем выйти на поверхность, но что в этом такого великолепного? Я не хочу переезжать. Так, давайте поговорим с ней теперь. Последние события. Я имею в виду, что случилось и с вами, верно? Странная белая вспышка, затем ощущение, словно тебя затягивает куда-то. Потом вдруг все вернулось на свои места. Человек. Я слышала, что это все из-за человека, проходящего здесь. Человек, мне тяжело в это поверить. Но если он решит остановиться тут, я его радушно приму, как и полагается героям. Руины. Слыхали, руины были открыты, но самое главное, они были открыты изнутри. По-видимому, королева находилась внутри бог знает сколько. Невероятно, да? Будущее. Что ж, я думаю, что перенесу свою лавку на поверхность, и, к сожалению, у меня больше нет никаких планов. Все, окей, до свидания. Может, кто-нибудь на поверхности обратит на меня внимание? Там так много людей. Кто-то же должен, правда? Все уже уходят, а? Ну и пожалуйста, может, наконец настанет тишина и покой. Я знаю, как мне теперь выделиться, ушной пирсинг. Хотя, мы все свободны. Ладно, я перестану бездельничать, а этот пес знает... Наверное, нет, так ведь? Ха, полагаю, мы должны выбираться на поверхность. Там же есть леса, в которых мы можем жить, верно? Ха, спустя столько времени ты все еще думаешь о моей шляпе. Пожалуйста? Ах, я чувствую, что ты хорошо заботишься о части меня, что я дал тебе. А, барьер открыт? Ха, что ж, если это тебя не затруднит, не мог бы ты отнести эту часть меня на поверхность? Я был бы очень счастлив. Доктор, она вернула к жизни мою жену. Мой сын, кажется, он опять счастлив. Наша семья теперь больше, чем когда-либо. Теперь, когда моя жена объединена с 16 другими существами. Мама может теперь и делить разум с другими монстрами, но она... Мама может теперь и делит разум с другими монстрами, но она все еще моя мама. И это охладительно. Так как мы типа сделаны изо льда и все такое. Что? Это шутка, смейся. Саньеш-ик. Ужас. Ква-ква, желтые имена были неплохими. В следующий раз нам стоит попробовать расслабляющий зеленый. Ква-ква, ты когда-нибудь находил здесь четвертого Фроггита? Ква-ква, говори, теперь, когда твое путешествие окончено, может быть, у тебя есть время послушать меня. А то некоторые просто нажимают X и пропускают мои слова. Верно, нажимая X. Полагаю, некоторые вещи никогда не меняются. Проход открыт, полагаю, мне лучше укатиться. Эй, тыковка, хочешь меня подтолкнуть? Ква-ква, прошу прощения, человек. Похоже, ты вырос и стал заботливым и добросовестным человеком. Не знаю, из-за моего ли это совета или нет, я довольно горд, Ква. Ториэль прислал вам сообщение. Дорогой Фриск, как поживаешь? Ты блуждаешь вокруг уже долгое время. Я надеюсь, что ты не попал в неприятности. Просто шучу, лол. С уважением, Ториэль, по скрипту, не попадай в неприятности. И вот, друзья, когда я пришел в самое начало, туда, где я упал... Я встретил его. Золотые цветы, они, должно быть, сломались после вашего падения. Вот и все, вот такая вот фраза. В общем, в итоге я обошел огромное количество мест, поговорил со многими персонажами, и теперь самое время вернуться в конец и выйти из подземелья. Ну что ж, через секунду увидим... Что же будет? Ториэль прислал вам сообщение. Прости меня.
я не хотела писать с уважением. Я собиралась сказать с уважением. Очень сложно печатать с такими большими руками. Пожалуй, стоит попробовать Санса, чтобы печатал за меня. Ториэль прислала сообщение. С этого момента печатать будет Санс. Ториэль прислала вам сообщение. Здорово, Фриск, это Ториэль. Я выпекла 1 000 000 пирогов. Ты хочешь попробовать? Убедись, что почистил зубы, прежде чем переходить дорогу, Фриск. Ториэль прислала вам сообщение. Я не сказала ни слова из этого. Ториэль прислала сообщение. Привет, это Санс. Я очень люблю своего брата. Помогите мне Помогите меня оклеветали. Ториэль прислала сообщение. Это Санс, Фриск. Ты знаешь, что я люблю отсебятничать? А еще я думаю, что Ториэль очень хорошая и араулурарарара. Извиняюсь. Ториэль прислал вам сообщение с темой кошачье видео. Внутри придирчивое описание видео, в котором она увидела маленькое белое животное. Здесь нет ни ссылки, ни самого видео для просмотра. FWD. Отправь это двум друзьям, или скелет будет хрустеть костяшками возле тебя. Дорогой Фриск, думаю, тебе понравилось. Текстовая картинка улитки. Дорогой Фриск, Андайн и Папирус хотят приготовить что-нибудь вместе со мной. Санс говорит мне, что они превосходные повара. Жду не дождусь. Может, если и тебе повезет, то и тебе достанется немного. Дорогой Фриск, если мы с Сансом создадим группу, знаешь, как мы ее назовем? Рога и бедра. Лол. По скрипту это только шутка, не сравнивай меня с Дримуром. Дорогой Фриск, Андайн очень сильная, Папирус поспорил с ней, сказав, что она не сможет одновременно поднять здесь абсолютно все. Она смогла. Проблема лишь в том, что теперь она не знает, как опустить все вниз. Дорогой Фриск, Альфис рассказывает мне множество интересных фактов о человеческом мире, хотя некоторые из них не верны. Фриск, ты ведь не подшучивал над ней, не так ли? Дорогой Фриск, я слышала, что долго сидеть за компьютером очень вредно, однако я вообще не видела, чтобы ты сидел за компьютером. Ты должно быть очень здоровой, это замечательно. Дорогой Фриск, думаю, я на время отключу свой телефон. Все твои друзья очень прекрасные личности. Думаю, мне стоит провести больше времени с ними, чтобы узнать их получше. Береги себя, хорошо? С уважением, Тори. Итак, вот мы снова на месте. Сейчас мы со всеми поговорим, посмотрим, что изменилось, и пойдем, друзья, дальше. Так, это то же самое. То же самое, ничего не изменилось. А Санс говорит то же самое, что у него нет времени. Да, Папирус нас отправляет на прогулку. Это просит посетить Набстаблуку, мы это уже сделали. С Метатоном мы тоже пообщались. И, собственно говоря, Дримур говорит то же самое. Ну что ж, друзья, пойдемте дальше. Здесь даже сохранение специально есть. Если ты уйдешь сейчас, то твое приключение действительно будет окончено. Твои друзья проследуют за тобой к выходу из подземелья. Не уходить, я готов. О боже! Разве это не прекрасно, народ? Ух ты, это даже лучше, чем по телеку! Намного лучше! Лучше, чем я могла представить! Фриск, ты живешь со всем этим? Солнечные лучи такие приятные, и воздух такой свежий. Я чувствую себя такой живой. Эй, Санс, что это за гигантский шар? Мы называем это солнце, дружище. Так это солнце? Ваушки! Не могу поверить, что я наконец встретил солнце! Я мог бы стоять и любоваться этим часами. Да, оно красивое, не так ли? Но нам действительно стоит подумать о том, что делать дальше. Ах, конечно. Народ, это начало нового светлого будущего. Эра мира между людьми и монстрами, Фриск. Я должен кое о чем тебя спросить. Ты будешь нашим послом у людей? Быть послом? Да. Да, Фриск будет лучшим послом, а я, великий Папирус, буду лучшим талисманом. Пойду, произведу хорошее первое впечатление. Что ж, кому-то нужно за ним приглядывать, чтобы он не попал в передрягу. Увидимся. Блин, мне что, придется все делать самой? Папирус, постой! Эй, Андайн! Меня подожди! Упс.
Должен ли я что-то делать? Что ж, мне пора. Кажется, все уже хотят отправляться. Фриск, ты пришел из этого мира, да? И у тебя, наверное, есть куда вернуться, или нет? Что ты теперь будешь делать? Я хочу остаться с тобой, мне есть куда вернуться. Нам наверняка есть куда вернуться. Интересно, что будет, если я скажу, что я хочу остаться с ней? Что? Фриск! Ты на самом деле чудное дитя! Если бы ты сказал это раньше, ничего этого бы не произошло! Это замечательно, что тебе понадобилось время на решение! Тогда, я полагаю, если тебе действительно больше некуда идти, я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о тебе, сколько потребуется. Хорошо? А теперь пойдем! Отлично, мы остались! Нас уже заждались! Андертейл в ролях! Так, в ролях что? А, вот все пошло! Фрогет! Плаксилот, лягушка-профессионал! Смелее с каждым днем! Мини-жел. На потанцовке. Глазастик. Реабилитировавшийся хулиган. Овощник. Известный диетолог. Мигосп. Просто наслаждается жизнью. Набстаблук. Пугающий диджей. Вау! Папирус. Санс. Особое вдохновение. Снегоцып. Ледошляп. Почти успешный комик думает о своей шляпе. Гифтрат. Рождественский талисман. Дога. Нашел себе собаку-поводыря. Догами и Догаресса. Наконец-то чемпионы по рытью носом. Пес поменьше, пес побольше. Ищет любви. Взволнован изменениями в жизни. Андайн. Альфис. Она ее поцеловала. Арон. Еще сжимает. Мегажел мирно живет на пляже. Мойша. Легендарный уборщик. Тэмми. Тэмми. Безумный манекен. Успокоился. Совсем немного. Смурена снова учится играть на фортепиано. О, это же... Метатон. Особое вдохновение. Вулканчик и Цундереплан. Подбадривающий обогреватель. В конце концов призналась, что это не так. Фитилек и маффин. Сейчас самым большом в мире торте на дне рождения. Открыл новую успешную паучью пекарню. Королевская стража. Включите фантазию. Финальный Фрогет и Плаксилот. Придает жизни свой собственный смысл. Долгая битва подходит к концу. Астигматизм. Продавец очков вне конкуренции. Мэджик и рыцарь-сныцарь. Уличный маг и заслуженный спид. А, заслуженно спид, то есть. Амальгамы. Живут со своими семьями. Асгар. Монстрёнок. Т.
Ториэль. А, они... А, не в школе, я думал, они все-таки вместе. Они открыли школу. Конец? Что такое? Ха-ха-ха-ха-ха! Ты действительно подумал, что это все? А, я в смысле, мы еще не выразили наши особые благодарности. Готов? Давай покончим с этим. Что? Я могу управлять? Что? Что? Да это что за... Да ладно! Да вы смеетесь! Вы такое медленное сердце! Как от этого говна... Да... А это... Вы что, смеетесь? Это трэш. Я не знаю, я должен был уворачиваться или что? 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 Я не понимаю, почему мы здесь управляем. Окей. Я буду уворачиваться, конечно, по мере возможности, но я не знаю, к чему это приведет. Это чудовищно сложно. Так. Так. Не, ну, конечно, не чудовищно сложно. Вот если бы я второй раз попробовал, наверное, я бы увернулся. Ну, почти от всего бы точно. Но у меня внизу знак бесконечности и цифра 3. Я понятия не имею. Я понятия не имею, типа, что это значит. Как вообще? Что за бред? Это, видимо, все те люди, которые, я не знаю, они собирали на кикстартере на игру или... Или что это? Ну да, иначе откуда бы здесь взялось столько имен? То есть те люди, которые, видимо, помогли проекту реализоваться. О боже. О боже. Тронутые титры. А, ну кого, которым мы дотронулись. Понятно. Но многовато. Спасибо друзьям и семье за поддержку. Undertale Team, команда Undertale, благодарит тебя, игрок, от всего нашего сердца. Без тебя все это было бы невозможно. Доброй ночи. Так и... Опа, мы оказались в комнате. Ториэль принесла нам рисковый пирог. Он все равно похож на шляпу. Как когда-то она приносила его другому человеку. Undertale. Конец. Это одна из самых потрясающих игр, в которую мне доводилось играть. Огромное количество эмоций. Даже я, будучи взрослым мужиком, поплакал. Смотрите, тот воришка, который украл у нас легендарный артефакт. Все-то здесь не просто так. Даже название персонажа, который вы вводите, автор рассчитывал на то, что вы введете свой, ну, никнейм. Что-то, что будет отождествлять вас. Для того, чтобы усилить ваши приключения и сделать так, чтобы вы действительно якобы вы их прошли.
И все те обращения, которые делала и играли вы персонажи, когда уже начали называть вас по вашему никнейму, относились к вам. Не к вашему персонажу. Это... Ладно, друзья, в общем, все, конец игры, и я знаю, что есть еще одна концовка, геноцид называется. Там надо, суть концовки заключается в том, что вы должны, смотрите, он уснул, вы должны убивать всех в этой игре, и... Я читал комментарии, которые мне, в которых было сказано следующее, что не проходи концовку геноцида после того, как получишь истинного пацифиста. И я не понимал, я считал, что это глупо, как, что за бред, типа, что за бред, почему, ну, что, это же игра, типа, что такого, ну, хорошо, я, ну, сделаю концовку пацифиста, ну, и потом пройду концовку геноцида, где всех убью, допустим, да, что в этом такого? Я не понимал, почему люди говорят, типа, не надо этого делать. Ну, типа, не те, ну, типа, плохие ощущения и так далее. Но я не понимал, насколько сильной будет финал-то игры. И сейчас я понимаю, почему люди писали эти комментарии. В общем, я не знаю, буду ли я проходить на третью концовку. В общем, пишите комментарии, хотите ли вы увидеть ее. Прохождение от и до, где мы всех убьем там и так далее. Может быть, я пройду ее на стриме. Вот, не знаю, стоит ли выкладывать на канал, ну, типа, прохождение заново, грубо говоря, только за геноциды. То есть там изменятся, конечно, диалоги, но не все и не полностью. То есть, ну, в общем, честно говоря, я сам еще не знаю. Пишите, может быть, вы как-то подкорректируете мое мнение, и я приду к какому-то общему знаменателю вместе с вами. Поэтому пишите, хотите ли вы увидеть, в какой форме и где бы вам лучше было посмотреть. В прямой трансляции, чтобы мы это разом прошли и не парились, да, там особо. Ну, я к тому, что просто посмотрели все это дело. Либо вот разбивая на выпуски и так далее. В общем, смотрите сами. С вами был Сергей Хелье. Мне сказать больше нечего, и я... Я, наверное, еще не скоро отойду от этой игры. Всем счастья, удачи, здоровья. И будьте полны решимостью. Всегда.